Приветствую всех, дорогие коллеги. Сегодня расскажу о новом ICO. Очень интересный проект под названием Digitex. И что, собственно, что это за ICO, что они декларируют. Это фьючерсная биржа, которая позволяет вам торговать фьючерсами на биткоин, на эфириум в том числе. И самая интересная особенность этой биржи, что вы не платите при этом комиссию. Да? Но прежде чем мы перейдем к информации об этом ICO, сразу же предупреждение о рисках. Ребята, инвестируйте с умом. Никогда не рискуйте суммой, которую вы не готовы потерять. Пассивный доход дает финансовую свободу. Если вам интересны программы пассивного дохода, актуальные в 2018 году, пожалуйста, заходите на блог ProfitMoney.ru, подписывайтесь на рассылку, и вы будете получать свежие новости. Давайте посмотрим, собственно, как выглядит сам процесс. Биржа у них, в общем-то, похожа на то, что мы видим в обычном варианте. Так она выглядит. Как видите, обычный стакан, все в порядке. Единственное отличие в том, что торги идут через собственный токен, собственную криптовалюту, которая называется DigitX. То есть в любом случае все потом, как они пишут, деноминируется в эту криптовалюту. И, собственно, за счет того, что они делают такой вот, собственно, ход конем, у них и получается все это дело давать без комиссии. То есть основная фишка этой темы, что вы торгуете и не платите при этом за исполнение, за ордеров, не за покупку, не за продажу, комиссию, да? Все остальное очень похоже. Ну и самое главное, что у нас есть любимые наши инструменты, очень волатильные. Это биткоин, это эфириум, то есть вы всем этим делом мы можем торговать у них на бирже. Как только это все будет готово, да, и запущено в торги, в работу, мы будем иметь возможность очень неплохо здесь зарабатывать, не платя при этом комиссию. Так это выглядит, да? Теперь давайте разберемся, собственно, за счет чего у них это получается. Еще раз говорю, что предлагает эта компания торговать фьючерсами на криптовалюты без комиссии через, вот, собственно, эту биржу, которая сейчас создается. Новая технология также гарантирует вам сохранность средств. Ваши средства, счетов ваших находятся не на счетах биржи. Все это делается через смарт-контракты эфириума. И сами токены DigitX тоже сделаны по технологии эфириум блокчейна. В общем, немножко деталей вы сможете почитать в моей статье на блоге profitmania.ru. Пожалуйста, заходите, читайте, кому интересно. Здесь также есть кнопка на регистрацию, зарегистрировать бесплатный счет на Digitex. И чуть-чуть больше информации. Первый выход идет, 700 миллионов токенов будет выпущено. Всего доступен 1 миллиард токенов, и вот здесь также показано, как идет это распределение. То есть первый выпуск, второй выпуск, третий и так далее. Как поучаствовать в ICO? Проходите по этой ссылке и покупаете, собственно, токены. Но один нюанс. Значит, здесь токены эти будут соответствовать эквивалент 1 цент, да, будет соответствовать одному DigitX токену. Но продаваться они будут в эфириумах, так как вся технология на блокчейне эфириума создана. Поэтому, если у вас нет эфириума сейчас, вы можете воспользоваться таким кошельком, например, как Exodus. Я описал также об этом кошельке вот в этой своей статье. Почитайте. Можете скачать этот кошелек, это бесплатно, на свой компьютер. И внутри этого кошелька, прямо внутри кошелька, есть обменная тема. То есть вы можете менять криптовалюту одну на другую и отсюда же уже делать вывод и оплаты этих всех дел. Первые продажи будут доступны, начиная с 15 января 2018 года. То есть обычно эти вещи дают прибыль минимум 10 к 1, иногда даже 100 к 1. Так что если вы инвестируете достаточно небольшие средства, там 50-100 баксов, вы можете вполне хорошо заработать. Правда, не раньше, наверное, чем через год. Почему? Потому что в дорожной карте, собственно, этой программы показано, что выпуск, собственно, биржи, выход биржи уже в работу,
будет где-то в четвертом квартале 2018 года. То есть как бы быстро обогатиться не получится. С другой стороны, если же вы собираетесь и торговать, вам понадобятся токены, и вы можете купить их сейчас совсем за бесценок. Естественно, стоимость этих токенов взлетит до небес, как только это все начнет реально функционировать. Поэтому один из вариантов заработка – это вы можете инвестировать сумму, которую вы не боитесь потерять, просто в токены, или же вы можете инвестировать это и потом их продать, да, когда они вырастут в цене, или же вы можете потом просто-напросто эти токены использовать для торгов. Здесь вот показана команда людей, которые, в общем-то, создают эту платформу сейчас. Также есть партнерская программа, можете зарегистрироваться, вы получите 30% от сумм, которые вносят за токены новые участники, ваши рефералы. В общем, это, пожалуй, первое ICO, в котором я планирую участвовать сам и которое я рекламирую на своем YouTube-канале, просто потому что сама идея вот этой биржи, ну, это, как говорится, то, чего рынок, собственно, давно ждал. Потому что первый шаг – это уход в мир криптовалют, но нам также нужны и надежные биржи для торгов на криптовалютами. А биржи, которые у нас сейчас на слуху, вы знаете, Poloniex, Bittrex и так далее, большинство из этих бирж, ну, скажем так, у меня есть знакомые, которые до сих пор не могут вывести 5, 6, 7 тысяч долларов по разным причинам. Им просто не получается это сделать с этих бирж. Поэтому одной из фишек этой биржи также является, что они не хранят деньги на своих счетах. То есть это все работает через протоколы смарт-контрактов эфириум блокчейна. И фактически они будут заинтересованы только в том, чтобы их монета росла. А их монета, их токены, вот эти DGTX, будут расти только в том случае, если у них все в порядке, все функционирует, добавляется большее количество трейдеров и так далее. То есть сама идея интересна, поэтому я как бы рекламирую ее на своем портале. Еще раз говорю, если вам интересны программы пассивного дохода, заходите на блог ProfitMania.ru, подписывайтесь вот здесь на мою рассылку. Если вы сейчас уже готовы инвестировать суммы, начиная от $100, просто выходите на связь со мной под скайпу, и я расскажу вам, покажу свои программы, в которых я уже участвую, которые дают стабильный доход, минимум 1% прибыли в день в биткоинах или в долларах. С вами был Геннадий Бабак, всего хорошего и удачи в новом году!